Все знают, чтобы стать классным хоккеистом, необходимо много тренироваться. Но не менее внимательно, чем к отработке технических элементов и изучению тактических нюансов игры, спортсменам надо относиться и к новым технологиям, которые могут серьезно ускорить прогресс даже опытного хоккеиста. Со стремлением к совершенству у ребят на сборах профсоюза КХЛ проблем нет. Иначе стали бы они жертвовать каникулами ради изнуряющих четырехразовых занятий. А с последними достижениями хоккейной науки их познакомил приехавший Семенов, специалист компании «Бауэр». Давай, вставляй ножку также. Вот у тебя практически троечка, у нас размер четверка. Давай, садись. Испытывать высокие технологии юные хоккеисты будут в условиях, максимально приближенных к боевым, прямо во время тренировок. Поблажек от тренеров участники теста не получат, а значит, необходимо удостовериться, что новые коньки придутся в пору, иначе испытание будет необъективным. Сейчас я тебя завяжу, иди на тренировку, попробуешь конечек прокачу, я тебя потом подзову. А мне брать? Бери, конечно, как же ты без нее. Ощущения свои расскажи, как тебе понравились коньки? А? Очень. Очень понравились? А чем они тебе именно понравились? Очень быстро ездить. Ну ты вообще молодец, так стараешься. А ты знал то, что в баурах, которые ты коньках катаешься, да, это вейперы. Вейперы — это клиновидное удобство. Это значит зауженная пятка и идет расширение в ее мысочной части. Вторая модель коньков на сегодня – Nexus 8000. За счет большого объема ботинка они должны подходить практически всем хоккеистам. Чтобы проверить это, мы попросили еще одного игрока выполнить упражнение на технику катания и сравнить ощущения от старой и новой моделей. Да, сейчас твоя задача сделать все то же самое, те же самые упражнения. Понял? Внешне все выглядит отлично, но, конечно, оценить удобство может только сам испытуемый. Никит, ну давай, рассказывай о своих впечатлениях. Как тебе конечки? Коньки очень хорошие, удобно в них. Комфорт есть. Комфорт есть? Да. Ну, комфорт там достигается благодаря самому удобству, да, то, что ботинок, он максимально широкий, максимально объемный. Будешь рекомендовать друзьям своим? Да, буду. Скорость легко можно замерить, так что тест еще одной модели коньков даст четкий ответ, помогают ли новые технологии быть быстрее. Смотри, как это будет выглядеть. Мы возьмем один круг на скорость, ты побежишь в своих коньках. После чего я дам тебе наши новые конечки, и ты опять же пробежишь круг на скорость, но уже в наших коньках. Как, ты согласен? И как раз посмотрим, на каких коньках ты будешь быстрее. На матче звезд КХЛ в Братиславе быстрее всех круг на скорость пробежал Милан Бартович за 13,48 секунды. До этого результата нашему подопытному пока далеко. Посмотрим, помогут ли самые современные коньки приблизиться к звездам. Это с этого года, а еще на вейперах АПХ, во-вторых, тоже такая шнуровка. Она, кстати говоря, должна тебе помочь круг побыстрее пробежать. Ну что, Егор, как тебе конечки? Ну, намного легче, потому что когда бежал на своих коньках,
Я был на человеческом жима, когда бежал второй круг вот здесь. А на новых коньках я на красной линии только устал. До результата Бартовича по-прежнему далеко, но секундное улучшение только за счет коньков – это колоссальная разница. У тебя время быстрее практически на одну секунду. Это очень хороший результат. И почему, да, так? Во-первых, новые материалы облегченные. И имеется специальный язычок, да, который точно так же, как и штуровка, сжимает энергию, потом освобождает ее при отталкивании. Это последний манеж? Вроде да. Уговорить состоявшегося профессионала сменить коньки – дело непростое. Особенно если речь идет не просто о новой модели, а о смене марки. Андрей Коваленко уже больше 20 лет надевает подогнанную персонально под него модель другого производителя. Но специально для нас согласился протестировать новый Бауэр. Ну что, теперь только не разбиться остался. В новых коньках Коваленко отработал полноценную тренировку. Без заносов, без падений и прочих проблем. Да не, ну коньки такие вроде нормальные и по размеру, и по ширине. Единственное, ну как любому, наверное, хоккеисту, нужно время, чтобы привыкнуть. Высокие скорости, жесткие борта, злые соперники, дефекты льда. В игре обладатель даже самых современных коньков не застрахован от проблем. Сломать лезвие можно даже в безобидной ситуации, просто неудачно упав. И тут главное, как быстро игрок вернется на лед в полной боевой готовности. Главная особенность данной модели – то, что ты лезвие можешь сменить за считанные секунды при поломке. На все про все ушло меньше 15 секунд. Это время одной короткой игровой смены. И вот наш хоккеист уже готов выйти на лед, а его коньки как новые. В прямом смысле слова.